Шалом, возлюбленные! Привет вам из Индонезии. Возлюбленные, когда вы заходите в тупик и кажется, что из ситуации нет выхода, только Господь Иисус может дать выход любому человеку. Вы должны знать, что если Иисус открывает дверь, то никто не может ее закрыть. Janjimu yang menghidupkanku hanya padamu Tuhan ku berseru dan mataku tertuju padamu kau selalu punya cara menolongku kau selalu punya jalan keajaibanmu kau dahsyat dalam segala perbuatanmu dan ku tenang di dalam caramu katakan lagi Janjimu yang menghidupkanku hanya padamu Tuhan ku berseru dan mataku tertuju padamu kau selalu punya cara untuk menolongku kau selalu punya jalan keajaibanmu kau dahsyat dalam segala perbuatanmu dan ku tenang di dalam caramu kau selalu punya cara untuk А сейчас я приглашаю вас посмотреть свидетельство, которое расскажет вам о Божьей благости, которая доступна каждому, кто любит Его. Меня зовут Сугита, я живу в Канкул-Кидул, в районе Пурва-Реджа. Я ушел на пенсию еще в 2003 году. Надежда только в Иисусе.
уйдя на пенсию из департамента по животноводству района Пурвареджа в 2003 году, я стал работать с фермером на рисовых полях. 7 лет назад я построил свой дом. Я пытался помочь каменщику, подавая строительный раствор и поднимая ведро каменщику, я сорвал себе поясницу. Ох, как же тогда мне было больно, вы не представляете. Я ходил к одному массажисту за другим, я даже ходил к физиотерапевту, но перемен я не ощутил. А потом я пошел к врачу. Я показался обычному терапевту, затем даже неврологу, но так и не вылечился. Мне было так больно, что, входя в дом, мне нужно было хоть за что-нибудь держаться. Обязательно держаться. Сидеть было больно. Стоять было больно. Больно ванну принимать, особенно в туалет ходить было очень больно. Мне было очень трудно приседать. Это было очень сложно сделать. Если мне хотелось поспать на спине, мне приходилось класть под спину подушку. Я не мог нормально спать, а подушка хоть немного облегчала боль. Мое состояние очень меня печалило. Со здоровьем были неполадки. Я мог возлагать надежды только на Бога. Я мог только молиться Богу и просить у Него исцеления. Я домохозяйка, и мне было тяжело смотреть на состояние моего мужа. Он страдал почти 7 лет. Но я горжусь своим мужем, потому что у него было желание исцелиться. Он много молился и постоянно прилежно ходил в церковь. И я верила, что Господь исцелит все его болезни и немощи. Однажды в воскресенье я пошел в церковь, и там объявили, что пастор Ника будет проводить собрание возрождения. Я пошел на него со своей женой. Ох, как мне было больно! В тот раз, когда я пришел, все болело. Когда за меня помолились, боль в пояснице ушла, совсем ушла. Возлюбленные во Христе, рядом со мной стоит муж и жена, мистеру Сугита, 67 лет, а миссис Нгатипе, 63 года. Они оба были больны, когда пришли сюда. Мистер Сугита много лет страдал от боли в спине, так много, что он больше не хотел ходить к врачу. Он не мог наклониться и не мог даже двигать поясницей. Это было очень больно. У миссис Нгатипа было костенение на колене. Она могла подниматься по лестнице, но не могла поднимать и изгибать ноги. Но скажите, что произошло с вами сегодня? Господь прикоснулся к вам. Они исцелены Господом. Попробуйте еще. Подвигайтесь. А потанцуйте немножко. Отец, ты так благ. Сегодня ты исцелил обоих своих детей. Господь, спасибо. Они радуются. Спасибо, Отец. Отныне будьте полностью исцелены во имя Иисуса. Аминь.
Я до сих пор могу работать на поле и дома. У меня больше нет боли в пояснице. Мне так хорошо работается. Я свидетельствую, что Господь Иисус может исцелить меня от любой болезни, и вас тоже сможет исцелить. Поверьте в это, пожалуйста. Слава Богу! Я исцелен. Чудо все еще со мной. Оно реально в моей жизни. Аминь. Господи Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Возлюбленные, давайте продолжим открывать наши сердца и разум и вместе послушаем особенное послание от пастора Ника Ньохарахардио. Господь Иисус — это Бог, который стал плотью. Все было создано им. Скажите «Аминь». Скажите «Аминь» на это. Библия говорит: «Серебро мое, золото мое». Иногда мы помним, что все принадлежит Ему, однако мы просим этого у других. Мы просим этого у других, а не у Иисуса. Но сам Иисус сказал: «Все принадлежит Мне». Возлюбленные, поэтому не бойтесь входить в этот 18-й год. Все принадлежит Ему. Нашему Господу Иисусу Христу. Возлюбленные, когда апостол Иоанн был на острове Патмос, он был шокирован величием Господа. Я предлагаю вам поаплодировать Господу. Итак, он был шокирован, потому что Иисус выглядел совсем не так, как он выглядел на земле. Но Иисус сказал: «Не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и вот я жив во веки веков, и имею ключи ада и смерти». Вы это слышали? Иисус имеет ключи от ада и смерти. А что же это означает? Об этом мы можем прочитать в Евангелии от Матфея, 10 глава, 28 стих. Тут написано: «И не бойтесь убивающих телом, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Давайте прочитаем это вместе теперь. Давайте, на счет три. Раз, два, три. «И не бойтесь убивающих телом, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене огненной». Это значит, что во власти Господа отправить людей в ад, потому что Он имеет ключи от ада и смерти. Если мы не повинуемся повелениям Господа Иисуса, наши имена не будут записаны в книге жизни. И где тогда закончится наша жизнь? В аду. Возлюбленные, мне нравится делиться свидетельством Бенни Хина. Нам нужно поразмышлять над ним даже сегодня. Когда Бенни Хину делали операцию на сердце, он получил видение от Бога. Он увидел двери небес. Перед дверью сидел Иисус. Рядом с ним сидела женщина и играла на пианино. Также там была длинная очередь из людей. Все они были в белых одеждах. И Бенни Хин тоже был в той очереди. Он увидел, что когда один человек встречался с Иисусом, женщина играла красивую мелодию. Если мелодия была красивой, дверь небес открывалась. Тогда Иисус улыбался, и человек входил внутрь. С другой стороны, если мелодия, которую играла женщина, была пугающей, тогда Господь Иисус качал головой. И что происходило? Вдруг появлялся сатана,
и забирал человека в белых одеждах. Бенихина испугало то, что только 20% людей, встречающихся с Иисусом, могли войти в двери небес. Возлюбленные, он был так напуган, всего 20% людей. А как же я? Когда он стоял перед Иисусом, Иисус ему не улыбался. Пианистка улыбнулась, потому что узнала в нем известного Божьего служителя. И перед тем, как Иисус успел что-то сказать, он проснулся. Он услышал голос: «Я даю тебе второй шанс». Возлюбленные, чему мы можем научиться на примере этой истории? Просто не шутите с Господом Иисусом. Скажите всем людям и всем проповедникам: не шутите с Господом Иисусом. Он имеет ключи от ада и смерти. Возлюбленные, давайте споем. Это старая песня. Вчера я даже спрашивал: разве это моя песня? Да, это ваша песня, пастор Ника, сказали мне. О, я и забыл. Так тоже неплохо, чтобы я не возгордился. Не так ли? Итак, давайте споем вместе эту замечательную песню. Вчера я пел эту песню для телепрограммы. Я пел о том, что Иисус — это путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, кроме как через Него. Он пошел на небо, чтобы приготовить нам место. А когда Он все приготовит, то вернется, чтобы забрать нас с вами. А значит, нам с вами нужно быть готовыми к возвращению нашего Господа. Именно поэтому мы поем эти замечательные слова. Давайте вместе споем Ему «Аллилуйя».
Давайте поаплодируем нашему Господу. Аплодисменты. Возлюбленные, обратите внимание на то, что я сейчас скажу. Когда Иисус собирался начать свое служение, это было новое начало. Перед началом служения Он постился 40 дней. После этого, когда Он проголодался, пришел дьявол, чтобы искушать Его. Что делал дьявол? Он цитировал и перекручивал Слово Божие. Возлюбленные, будьте осторожны, потому что сегодня многие люди, включая и Божьих служителей, перекручивают Слово Божие, а это не что иное, как зло. Но Господь Иисус знает истинное Слово Божие. Лукавый хотел, чтобы Иисус согрешил, но он не смог его заставить. Иисус вышел победителем. Я хочу сказать вам кое-что. Господь делает на этом акцент и хочет, чтобы я обратил на это ваше внимание. Вы тоже столкнетесь с тем, с чем столкнулся Иисус. Если Иисус был искушаем, то и мы будем искушаемы. Но не забывайте, что Иисус вышел победителем, поэтому и мы с вами должны выйти победителями. Давайте громко поаплодируем нашему Господу. Terjadi malam ini, amin. Katakan bersama saya sambil angkat tangan. Kapulihkan, sembuhkanmu di dalamku. Kapulihkan, sembuhkan mujizat di dalamku. Kapulihkan, sembuhkan mujizat. Sekali lagi, kapulihkan, sembuhkan mujizat di dalam hidup. Sambil lompat semua.
Возлюбленные, продолжайте верить в Бога. Его помощь никогда не опаздывает. Его сила та же вчера, сегодня и вовеки. Возлюбленные, принимайте обновление от нашего Господа Иисуса Христа. Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Angkat dua tangan sambil tunjuk. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya. Ada keselamatan kekal. Tepuk tangan sama-sama di atas kepala. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ayo tunjuknya sama-sama sekali lagi. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Tepuk tangan sama-sama, glory. Sama-sama sekali lagi tepuk tangan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam nama siapa? Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dalam nama Yesus. Dalam namanya ada keselamatan. Angkat dua tangan. Katakan kekal.